Три года назад молодая чета Кравченко приехала в совхоз «Волгодон». Построили дом, получили работу по способностям и призванию. Николай – тракторист-машинист в совхозе. Людмила – бригадир молочной фермы, одновременно заканчивает Волгоградский сельскохозяйственный институт. Полюбились молодым супругам эти места, просторы Волгодона. И сам поселок, современный, зеленый, приветливый, и его люди. И совхоз-гигант, где одни хорошаемых полей более 8 тысяч гектаров. Пришлись и Кравченки по душе волгодонцам. Людмилу в этом году они избрали депутатом райсовета. Обычные судьбы, скажете вы. Да, именно. Типичная биография советской семьи.